хорошо, Маша, так хорошо. Юные маляры, их родители и лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Сергей Малиновский, Руслан Шаипов и Алексей Казановский наносят последние штрихи по обустройству жилья для пернатых жителей Золотаревского пруда Всходня. Обработка морилкой деревянных домиков позволит длительное время защищать их от влаги. Хочу, чтобы у уток был красивый домик, чтобы он долго прослужил. О необходимости переселить уток из ветхого в новое жилье несколько недель назад заговорили жители окрестных домов. Весной, когда начал таять снег, все увидели, что у нас домик весь сгнил, что нужно делать новое. Обратились местные жители, потому что здесь очень много, как вы обратите внимание, гуляют с детьми. И все хотят, чтобы здесь было уютно не только нам, но и нашим соседям, нашим уточкам. Идею приняли на вооружение члены движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Они приехали на место и придумали план переселения уток. Мы уже неоднократно выезжали сюда, обсуждали с жителями различные варианты. И в ходе этих встреч с жителями как раз-таки родилось предложение заменить домики для уток, которые находятся здесь на Золотаревском пруду, на более комфортные, более лучшие, потому что те уже утратили свой вид и функциональность. Проект «Химки. Интересно жить», из которого возникло движение общественной поддержки социально значимых инициатив, он дал толчок для выдвижения жителями социальных инициатив, которые бы улучшили облик города. И в частности, сегодняшнее мероприятие, которое проводится на Золотаревском пруду, оно как раз вытекает из этого. Пока домики высыхали после покраски, местную детвору угощали мороженым. Затем общественники на лодке доставили утиное жилье в центр водоема и закрепили. На таком расстоянии утки будут чувствовать себя в безопасности. До них не смогут добраться бродячие собаки и кошки. Мне очень нравится сюда приходить. Здесь еще поставили домики. И с мамой и с родителями мы будем приходить и кормить уток. Мы будем каждый день сюда приходить. Кормить этих чудесных уток. Местные жители хотят теперь сделать вокруг озера тротуарную дорожку. Эта инициатива пополнит 1500 других предложений, которые собраны на сайте «Хиш онлайн». Идеи, которые получат больше голосов, воплотят в первую очередь.